Противоречия в арабских сообществах не утихают, а наоборот набирают силу. Многие из них, сотрудники полиции, уже не могут своими силами решить и вынуждены обращаться за помощью к авторитетным российским ворам в законе, таким как Захарий Калашов, более известный в криминальном мире как Шакро Молодой. Так на днях в ВК-2 в поселке Двубратский Краснодарского края из Москвы приехали сотрудники Центрального аппарата ФСИН России и потребовали отбывающего там наказание вора в законе Шакро Молодого решить их проблемы и поручиться за Звиада Османова, на которого у московской полиции далеко идущие планы в качестве смотрящего за братвой в республике Башкортостан. Напомним, что вор в законе Звиад Османов из-за нашумевшего скандала в Башкортостане вокруг имени Звиада и Эдика Сатряна не получил должного признания в своих воровских полномочиях, а даже наоборот – по зоне пошло требование от воров в законе зарезать его. Именно поэтому московская полиция была вынуждена пойти на поклон к Шакро Молодому, который содержится вполне в комфортабельных условиях в Краснодарском крае. Захарий питается не тюремной баландой, а получает еду из ресторанов и имеет тренажерный зал, как в Олимпийской деревне. Возможно, поэтому полицейские и требовали от Шакро Молодого решить их проблемы, угрожая лишить его всех прелестей тюремной жизни, что, конечно, маловероятно им под силу. Однако сразу же после разговора с полицейскими в Салават позвонил человек Калашова, Кама Сафарян, и высказался в поддержку Османова. Эксперты считают, что Османову долго все равно не удастся прожить в тюрьме потому, что Шакро тоже является его врагом и предусмотрительно не стал сам звонить в Салават. Однако Калашов еще имеет большой авторитет в криминальных кругах, и его поддержка сможет сохранить Османова от других воров в законе.